Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, Дони, Фэнни, а также Андрюха, мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это рубрика «Смертельное дерби». Кокосяндо! Здорово! Всем привет, пацаны! Напоминаю вам суть рубрики, у нас, получается, есть вот такая вот новенькая абсолютно офигеть трасса, на которой мы попытаемся выжить. У каждого будет по 12 машин, ну и, соответственно, кто останется хотя бы на одной выжившем, тот и победил. Все очень просто, поэтому берите свои тачки, я возьму, допустим, зеленый. Давай, давайте попробуем, да, посмотрим, на что эта трасса способна. Блин, тут трасса сложная, мне кажется, да? Двухуровневая, да, как я и говорил ранее. Слушайте, ну сейчас поугараем, Я постарался в итоге вот так вот все. Вот так вот здесь. Короче, погнали, все, ребята, погнали. Go. Ага. Диман зеленый, да? Ага, да. Нет, ну это трасса. Ты думаешь, Диман? Ты вообще думаешь? Тихо, ну я пытаюсь. А вы там, да, агритесь? Идите вы, я наверх, пацаны. Все, иди отсюда. Подожди. Я свалился. Ой, я забуксовал. Свалился, ну короче, вроде как. А ты когда... на копейке, Вань? Да. Вроде как прикольненько получается. Нет, просто я решил сначала слить самое говно. А, изучить трассу. Не, на самом деле копейка более-менее неплохая, кстати. Очень даже. Офига ты творишь. Здорово, братан. Здорово, стручки. Так, пацаны. О, здорово. Мы тут, пацаны, короче, все в одном месте, грубо говоря. Пацаны, нафиг! Вообще котята. О, фига у тебя пингует. Да, прикольная тачка. Я пингую разве? Ну, чуть-чуть. Ну, короче, пока непонятно, что по трассе. Вроде как сложно, непонятно немного. Ну, замудрено немного, но офигенно. О, здорово. Ты думаешь? Вро. Что такое? Ну такое! Давай! Че? Вали отсюда! Все, я поехал, говорю. Пошел отсюда! Так, пацаны, вы где там, она вторая? Копье унижает всех. Вы копье, она не тормозила. Тихо. Я тоже... Алло, Фанни. Здорово, Диман. Фанни, брат. Нет. У меня копейка, у меня картошка в багажнике. Брат, только не это! Чего за копейки двоих вынес? Я вообще не смог сделать, да, ничего на этой тачке. Все, мне хана. Так, взял CLS, пацаны, все. О, у меня тоже хуркер, кстати. О, засейвил! Засейвил? Да. Я тоже. Тут дырки такие удачные есть. Так. Ой, дырки. Я засмотрелся. Андрюха, вы вдвоем. Мне кажется, тебе надо вываливаться тоже. Тихо. Андрюха, так, аккуратно. Вай. Дони. Нет, я тоже. Боже. Ну, а что, есть живые? Никому лучше ты не сделал, но все же, ладно. Есть живые. Так, короче, у меня Тесла, пацаны. О, в рейс хананом, понятно. Тесля? Ну, типа... Да вернись, потому что ты даже не успел ничего сделать. Аня, ты уверен? Нет. Аня, брат, ты уверен? А сзади там, смотри, опасность. А, ты что на меня, ты что за пролаги сейчас были? Я думал, ты его скинешь, а ты на меня наагрился. А у меня тут это... Эй, тихо, гелик, аккуратно. Чего? Минус Роллс-Ройс? Минус Роллс. А что гелик такой? Гелик тоже минус. Фига, Диман расчистил дорогу. Да нет, тоже минус, Фанни. Фанни, остался ты, Фанни, сваливай да ты! Да у тебя толкучая, тяжелая тоже машина. Тоже свалился, отлично, вот пацаны, жук. Работаем так, дальше. Троих вынес. Работаем дальше, кто где? Не вижу. Я взял, все, у меня копье. Так, я в рейс возьму. Я поехал. Тихо. Ройс, музыкок. Чё за зачем? Хоп, стоп, мы подошли за угол. Я думал, я долечу. Ну такое. Короче, ладно. Опасненько. Так, а можно сесть? Нет, вот в это, да. Вот это сесть, и вот этому надо выкинуть, потому что нормально. Это Гата, Мерседес и Жига. Так, что у вас там, пацаны? Да меня тут дырявит. О, минус 2. Минус 2. Хорошо. Вообще, а что Роллс-Ройс так хейлинг какой-то легкий стал? Да, у меня просто копьё выкинули. Ну не знаю, вроде Мерс. Он же толкался. Да, раньше толкался, я тоже заметил. А сейчас вообще габелло. Что-то у меня минус тачки вообще как-то плохо. Ванёк, чё? Лоп! Когда я увидел Мерс, который я тебе в лоб, лучше сам я упаду подумал, Диман. Я не специально, простите. Ну, сложная карта, на самом деле. А чего? Сложно? Бред. Короче, ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, как вам данная трасса, то есть нужно ли делать вот такую вот, или все же попроще, вот. И я, соответственно, в следующий раз уже сделаю то, что пожелаете. Кто где? Я запутался тут. О, бачком. А, тут Ванек. Пацаны, пощадите. Нет. Я там вверху все. Я засейвился. Блин, на меня выкинули. Андрюха, нет. Так, а можно сейчас? А можно сейчас я... Сейчас с тобой Ванёк спустится, подожди, братан. Подожди, не успеет. Да, все, я съехал. А можно Ваньку? А, у тебя чит РС-ка, да, которая это? Наверное. Серьезно? Давай! Поехали! Гелик, езжай! Ого! Ты сам отлетел?
Нет, нормально, я жив цел. Нифига у вас там мясо, пацаны. Ой, я вывесился, пацаны. По тормозам. Я вывесился. Тихо. Отыщ. Окей. Так, едем, едем. Нет, я не засейвился, я все пролетел, но я прошлифовал. Да говно, не гелик у меня. Ладно, я понял. Хорошо, пацаны, короче, идем дальше. А чё гелик какой-то странный, без звука едет, вообще лёгкий. Гелик это люм... Тихо. Нет, я упал. Хотел меня, да, Вань, вынести? Да. Так, а чё кто остался? Гелик? Ты! Да что вы! А чё? Хана мне гелику. Я их выкинул, нифига. Ну, Диман засейвил, да, вроде? А кто, в смысле, Диман засейвил? Да. Нижний уровень всё-таки решает. Иногда, братан. Ну, уже второй раз подряд. Бляха, муха. Я всех минусую, пацаны. Фига ты злой. Андрюха! Смотри! Все, доигрался. Нет! Прощай, пока. Блин, а я засейлся! Да в смысле? Помогите сзади снизу кто-нибудь его там. Так, я еду. Прощай и ничего не говори. А где Ваня, Ваня, подожди. Ваня, брат. Ничего Андрюха, снизу, давай. Ничего не обещай. А чё, ты меня поддержишь, что ли? О, нет. Да свались ты. Да свались ты, дурак. Не, Мерседес он чип, походу, брат. А, ты в дырку упал? Да, я прямо в дырку не засейл. Дырдочка. Чё, Андрюх, как там дело? Нормально все? Нормально, братан. Как дела, пацаны? Плохо. Нормально. А, да, действительно, ну, он какой-то слишком черт. Резкий. Опасный. В смысле, черт? Ваня, черт! Ну, в смысле, не тоже? Понял. Пацаны, я вашу компашку. Эй, эй! Василиса! Мы тебя не звали, ты оттуда слышишь? Нам без тебя было хорошо. Фига этот Мерседес какой-то читерский. Пацаны, здрасте! Здрасте! Понял, привет. Здрасте, забор покрасьте! Вот нет. И встретились, мы все здесь, друзья. Нет, дорога, Диман! О, Андрюха сам вылетел! Вынес мой Мерседес. А, Донни, может, объединимся, брат? Понял, минус. Давай только не соединяться, как бы. Ладно, я и так неплохо чувствую. Короче, я унизил всех, и поехали дальше. Давайте на платформу. Кого ты там унизил? Ну, как минимум, Сен. Утешай себе этим. Фони! Да ты Хурпер хочешь унизить? Ай! Так, Ванюк разозлился. Ой, у меня тачка не едет! Да что ты? Да иди что ты? Иди в очко, да ты меня вынес до этого на Мерседесе, одноклубника. Ай, фак, я вылетел. Че, Андрюх, как, нормально все тебе? Да нормально. Ладно, пацаны, короче, тяжелая артиллерия идет дальше. Че, у тебя рампа? А? Рампа? Да. Черт. Тогда объединяемся против Димана. Я просто пресс F. Нет! Фига ты сзади подкрылся? Ой, фига там. Крыса, смотри. Ай! Ой, Хурпер, живи! Красава! Диман упал? Да, я вывалился. А Хурпер творит грязь. На самом деле, если в рампу сзади въезжать, то все, Unreal. Ой, а что-то уже не грязь. Че у вас там, пацаны? Бляха-муха, Андрюха. О, я засейвился! Тихо, молодой, куда собрался черяк полевой? Сука, я думал тебя поймать! Я видел это все. Так, Андрюха, подожди. Я это прочитал. О, чё? Пока, Андрюха. Я в деле. Пока, а, я засейвился? А нет, не засейвился. Нет, не засейвился. В этой ситуации нельзя сейвиться. Ой, кто там сзади? Это я, братанчик. Нет. У тебя тесто читерская, я понял. Пацаны, здорово. Тихо. Фаня, даже не думай, Фани. Пацаны, здорово. Чё, тачка, рампу, чё скажете против меня? Да нормально вроде. Ай! Пойдет прокатит. Ах ты, стоп. Ты на меня что за агрится, да? Не меня, на что рампа? Минус два сразу. Так, Ванёк, я думаю, тут не надо. А, я тоже тесто. У меня три тачки осталось. Да, Ванёк! У меня тоже три, братан. У кого сколько? Да, Ванёк! Чё по нервам, Дима? А я упал, блядь! Как так-то? У вас у всех по три тачки. У нас у всех, у Вань там чуть. Так, надо гелик скидывать. У вас одинаково машин, пацаны. А, кстати, да, у всех по три. Надо гелик скидывать, пацаны. Но он легкий. Тыщ, ой, Генлин, Дос, нет! Как вы так оказались? Фьерочка боли вообще была. Андрюх, прощай. Да что ты делаешь? Да что ты делаешь? Я на овощной Феррари скинул Ауди. Пипец, у меня две машины остались. У меня тоже две машины осталось, кстати. Давайте вот тут начнем. Так, ладно. Красиво разошлись мы с тобой. У нас тут Фанни на рампе, пацаны. Ага, здорово. Че, хочешь? Фанни на машине рампе. Попахивает камбэком или что сейчас? Не хочу. А я хочу. Не хочу, не буду, пацаны. Замечи. Хочу. Ой, там Ваня, да, сзади? Вот ты злодей! Нормально. На самом деле, Рос действительно какой-то овощ стал. Что-то он, да, он был лучше. Что? Ну ладно, я беру свои слова обратно. Овощ. Скинул на изи. Короче, у меня последняя машина, пацаны. У меня последняя машина, пацаны. Да? У меня... У меня еще есть. Ой, блин! О, сам свалился, слава богу.
Ай, блин, не засейвил. Донни, брат, не надо, брат! У меня последняя брат, у меня тоже последняя. У меня последняя машина, пацаны. А что, у всех по последней? У вас рампы или что? А у кого голубые? О, у меня одна синяя. У тебя две там было, брат. А, не-не, она у него одна разбита, то есть одна заюзанная. Да, то есть одна у него осталась. Подожди. А у меня хурпер, пацаны. Да ёб твою мать! Это было не обидно очень. Буду погибать. Неожиданно, молодым. Короче. Ладно, чё, Андрюх, у тебя? Тихо. А у меня все получается, только осталась одна синяя и у вас по одной. У меня хурпер тоже последний. А, всё, ты, думаю, закончился? Да, я улетел, блин, зря я это сделал. Так сказать, рискнул жизнью. Ну чё, пацаны, чё, рискнул кого? Жизнью. Кто будет у вас первый? А ну-ка. Бляха, муха, я тупо перевалился. Прикинь. Обидно. Да. А чё, в смысле? А, мы с... Так, а у Фани чё будет? Фанни или Андрюха? Мне кажется, Фанни должен, потому что он хурпер похуже, так. Чем Сена. О, тихо. А чё, вы все, пацаны? Да, мы всё, мы отдыхаем. Ай-яй-яй. Почти поймал. Бей его. Ой, хурпер, ты сильнее. Давай, Андрюх. Ну ладно. Диман, делаем ставки, да, погнали. Короче, сотку на Фанни. Давай, 50 рублей на Андрюха. А у тебя еще есть тачки, Андрюх? 300 на Фанни. У тебя есть еще это... Не, у меня нету, братан. На самом деле, знаете, что хочу? Я сделаю по-умному. Спектейт. Так, Фанни, давай, Фанни, брат, Фанни. Одна. А в запасе? Так, все, ну все, последняя у Фанни остается, и, короче, у Андрюхи одна. А подожди, а что у меня тут стоят две? А почему две? А говорили, что одна поломанная. Подожди, а я... А откуда здесь появилась? Ты на них выступал, Андрюха, Фанни? На Феррари точно нет, а Ауди я не помню. Откуда ну, сюда две получается, тогда у Фани больше шансов выиграть. Давай, поехал, не, брат. Что, на тебе сотка стоит. Да. На Ауди, кстати, вот это я тоже не ездил. Они что, вниз упали, что ли, изначально? Но, у меня там знаю, дырки кстати, были. У меня... Я не заметил, не приметил. Давай, Андрюх, скидывай, он тебе что-то блин поставил, давай. Андрюха! Да ладно! Да хурпер! Я понял, что хурпер тоже творил. Ну все, тут все понятно. Фанни, ты что, проиграешь сотку? Диман, 50 рублей, все. Не, ну хурпер, пацаны, как бы тут... Киви знаешь, давай присылай. Против хурпера не попрешь. Фанни, брат, я верю в тебя, брат. Ну хурпер, да, хурпер. А кто сверху? Ты сверху? Ну а ты? Такой себе. Не, ну хурпер, пацаны, тут все понятно. Да ну, братан, давай... Хитри. Да. Пацаны, Андрюх, в описании, в комментариях пишите, кто за кого. Да Фанни! Засейвился! Да она дрифтит. Слава богу. А ты где? Да сверху, так, брат. А, наверху. По глупости, так. Ты сверху, блин, брат. Блин, ну это жопа. Ты сверху. Нет, сверху не надо. Ну и в принципе, не, вообще не надо никак. Фанни, брат, давай. Она не едет. Да, бляха, она дрифтит, вообще отстой. Вот это обида, Диман, конечно, да, получается. Андрюха-то, получается, затащил с одной тачки, сразу 4 он вроде вынес, еще ж там до него вынес тачку. А, да. Блин, ребят, не, это было очень круто. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачки и пока.